Итак, всем привет, приветствую вас. Проходим дальше Half-Life'ыч. Только я немного выйду из стены. И из менюшки тоже. Все, заебись. Так, все, запись пошла. Запись. Запись пошла. Одна родимая. Надо пройти Half-Life уже, да? Как считаете? Мы тут встретили Алекс. Время от времени они захватывают вортигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полной картины этого места у нас нет. Многое, что нам известно, оптимизма не внушает. Понятно. А мне внушает оптимизм мой дробовик. Видишь, как внушает оптимизм. Прикинь, как она офигеет, когда моих муравьиных львов увидит. Ладно, хотя здесь не увидит. Все металлом обшито, они тут навряд ли будут. Я проникну в систему безопасности. Теперь поищем отца. Давай. Боже мой, бедные люди. Вот. Вот он. Что ж, похоже, я смогу его вытащить. Это он? Вот! Он идет. Пошли навстречу. Давай. Ха, готово. Иди за мной. Или ты за мной. Я же говорил, ты иди за мной, а не я за тобой. Давай. Давай, погнали. Не подгоняй меня. Он должен быть здесь. Сейчас открою. Он там. Или там. Да нет, там. Давай попробуй открыть. Своим глазам. Пап, мы? Ты цел? Я-то в порядке, но вам следует уходить отсюда. Мы вытащим тебя, папа. Не беспокойтесь обо мне. Спасайтесь Нет, сами. Нет, мы не уйдем без тебя. Я думаю, я смогу настроить портал, чтобы вытащить нас отсюда. Да, но куда ты пойдешь? Я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Если он успел его восстановить, мы окажемся там. Если не успел, ну... Хуже уже точно не будет. Игра не стоит свеч, Алекс. Я не могу потерять тебя. Уходи, пока можешь. Мы не уйдем без тебя. И не спорь. Понял? Джудит, мы тоже не можем здесь оставить. Не переживай, папа. Мы найдем ее. А пока я отправлю тебя в кабину телепорта. Я не прощаюсь, папа. Встретимся там. Я уверен, что да. Встретимся там, крошка. Пора уходить отсюда. Ладно, сюда. Давай. Я вернусь на пост безопасности и попробую подключиться к твоей рации. Жди от меня сигнала. Эй, береги себя. Давай. Ты тоже. Побережешь тут, блядь. Этими кусунами.
Попробую расчистить тебе путь. Ищи Мосман. Я выведу отца из тюрьмы, а потом... Какие-то бронебойные бочки. Ящики, то есть... Дай посерьезнее возьмем что-нибудь. Алекс? Подожди, я подумаю, как открыть эти ворота. Окей, есть. Что-то комната ради комнаты? Да. Я открою через секунду. Проклятие. Заклинило. Ладно, есть идея. Давай назад в тот кабинет. О, подожди. Это хорошо, что я вернулся. Вот этот? По схеме за полками должна быть вентиляционная шахта. Давай, разведай, что там. Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайна впереди. Ой-ой-ой. Сейчас как пизданет. Сенсор этих говнюков твои не затекли? Я начну работать над воротами. Секунду. Окей, есть. А там что у нас? Ага. Ясно, не будем мешать. Черт, взгляни-ка на монитор. И это все. И это все. Так, quick save. Так. Чем бы вас тут порадовать?
Блять. Вы это кинули, чтобы потом к вам. Ладно. Старый, добрый, проверенный метод бочек. Ура! Ты там как? Ну а хули вы хотели? Реализма, да? Реализм сегодня не завезли. Вот так вот. И так будет с каждым. Ты входишь в новый зал управления. Кажется, там все еще кто-то есть. Похоже, к тебе направляется целая куча солдат. Быстрее, обыщи комнату. Тут должны быть пулеметы комбайнов. И где? Пока что из полезного только эту хрень вижу. Не, пулеметов комбайнов я не вижу. Я тут свой пулемет есть. А, типа они не придут? О май гад. Я изменю их программу, чтобы они атаковали врага. Нужно защитить комнату управления. Внимание! Обнаружено подключение вирусного интерфейса и перепрограммирование полифазного ядра. Стерилизаторы и поля сдерживания в опасности. Внимание, десантные силы разведутся. Прочесать Дельта-7. Подтверждаем контакт с целью... Я не могу отключить эти поля отсюда. Когда получишь к ним доступ, я тебя догоню. Сюда идет много солдат. Удерживай форт, пока я не подойду. Квик сейвимся. Но пока что не так уж и много. Держи пулеметы наготове. Тебе надо продержаться, пока я не пройду.
Держи пулеметы наготове. Да, держу, держу, держу. Уже не за пулеметами, уже за пулеметом. Уже за нуля. Так, я что-то похиляюсь, уж не против. Буду через секунду, Гордон. Давай, секунда пошла. Опа, молоток. Прости, здорово. Что я так долго. Хорошо, что с тобой все в порядке. Попробуем найти Мосман. С этой станции мне легче будет попасть внутрь. Вот она. Минуту. Да как она? Избили с пути. Я не по этому поводу. Что у нее на уме? Мы же обещали не трогать Илая. Я признаю, что солдаты несколько перестарались, но он был слишком заманчивой целью, чтобы просто его отпустить. Особенно за отсутствием Гордона. Вы получили бы Фримена, если бы были терпеливы и ждали моего сигнала. Мы не были уверены, что ты вообще за это возьмешься. В наши времена слово «преданность» мало Доктор для Брин, кого имеет значение. Я уже говорила, вы должны позволить Илаю самому встать на вашу сторону. Нельзя же просто... Я знаю доктора Венса гораздо дольше, чем ты, моя дорогая. И я боюсь, что твои чувства к нему ослепили тебя. Чувства? Да при чем здесь чувства? Это же просто... Если Илай поверит в нашу... Этот вопрос не обсуждается, доктор Мосман. Пожалуйста, доктор. Сожалею, Джудит, нет времени. Черт бы ее побрал, я не верю! Пошли, Гордон, теперь нам точно нужно торопиться. Иди первым, я разрушу следующий уровень защиты и догоню тебя. Давай. А куда, налево, направо? Значит, надо было в другую сторону. Или нет? Слушай, а давай-ка схожу туда еще посмотрю. Так-то интересно. Что у нас там? Закрытая дверь, я понял. Ящик, свали отсюда.
Все, ребята, у нас аккумулятор скоро сядет. О, так, давай отлагайся. Короче, еще немного позаписываем. И надо будет сделать мне перерыв. Как минимум для зарядки. Все? Давай, квиксейвик. Блять, а меня что-то ёбнет током, да? Или хэдкрабом. Давай, 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 давай. Красавец. Ух. Очкую. Вроде проскочил. И чё? А, сюда, сюда. Я понял. Или нет? Отдай. Засранец. Надо было тебя сразу снести. Тихо, блин, уже показалось, что падаю. Справился. Давай. Quick save. СМГшечка. Что-то много сохраняться начал, да? Вы находите? Мистер Шкаф? Объект обнаружен. Блок D8. О! Короче, дело к ночи. Квиксейвик.
Спасибо, что посмотрели. Пацаны, блядь, лайки. Лайки, блядь, ставьте. Лайки. Вот. И оставляйте ваши комментарии. Всех люблю, целую. Всем пока.